Погода в Магадане формируется под влиянием циклона. Он спустился с южных районов, поэтому воздушная масса теплая и влажная. Температура повысилась не только в областном центре и на Охотском побережье, но и в центральных районах Колымы. Однако с потеплением пришел и сильный ветер. Ну да, ветрено, но всегда, когда у нас возникает такое вот столкновение холодной и теплой воздушной массы, то у нас результатом этого является усиление скорости ветра. Ветер, конечно, как всегда, у нас максимальный на Охотском побережье. В центральных районах порывы отдельные до 15, на Охотском побережье 18-23, местами до 35 метров. Ну, это побережье залива Шелихова. По словам специалистов, в ближайшие три дня погода сильно не изменится. Однако к выходным колымчан ждет похолодание. В целом, уверяют эксперты, такие температурные скачки в пределах нормы.